Всем доброго дня! Мы находимся в лесу за своим поселочком Стрижи. Идем по утоптанной тропиночке и подаемся вглубь леса. Огромные стройные сосны стоят аккуратными рядками. Снизу древесина темная, подмоченная, а сверху приятно сероватого цвета. Дышится очень хорошо. Свежий воздух, наполненный фитонцидами. Кроме звука поезда и кое-где раздающихся птичьих голосов, ничего не слышно. Сегодня 6 ноября, но снега как нет, так и не бывало. Замечательно, когда есть такие заповедные зоны вблизи населенных пунктов. Люди частенько сюда выбираются на прогулки, а когда выпадет снег, здесь бывает проложена лыжня, и можно с удовольствием прокатиться с ветерком на лыжах. Я всем вам желаю теплой осени, здоровья вам, удачи и везения во всем.